Дорогие подписчики, гости моего канала, всех вас приветствую. Сегодня 18 мая у нас уже, Южное Подмосковье, и я решил проверить, есть ли еще строчки, потому что время уже на самом деле для них позднее, уже вторая половина мая идет. Вот. Но в этом году погода холодная, во всяком случае у нас в Подмосковье. Вот. И тем не менее, находочки у нас действительно имеются. Давайте с вами посмотрим. Вот такой вот лес у нас. Присутствует сосна, береза, ель. В этом лесу я уже неоднократно собирал обилие строчков. В этом году они здесь, прямо скажем, полюбили это место. И вот таких вот два таких неплохих экземпляра я нашел. Вот он-то раз, вот он-то два. Хорошие такие экземпляры. Так. Ну что, вот за такими строчками мы с вами сейчас пойдем в эту сказку лесную. Надеюсь, вам все понравится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. Вперед за нашими друзьями. Вот они притаились-то, друзья наши. Строчки. Ну давайте начнем. Вот он под листочком-то который. Хорошенький, свеженький. Оп. Смотрите какой. Раз. Этот такой присушенный. Наверное, мы его оставим. А вот эти вот мы с вами, хоть и они не особо большие, сорвем. Потому что все равно сезон строчков заканчивается. Вот. И главный король этой поляны. Смотрите, какой хороший уже. Опа! Неплох. Бывает, конечно, намного больше, но тоже неплох. И вот что мы с вами имеем. Раз, два, три, четыре, пять хороших строчка. Для второй половины мая, считаю, это отличный результат. Продолжаем. Только-только. Я уже начал срывать этот гриб, уже наполовину его сорвал. Видите? А тут смотрю, он. Там вот второй, сейчас вам покажу. Вот он-то. Думаю, уже не показывать вам единичный экземпляр. Но увидел я вот этого и понял, что надо показать вам. Смотрите, какой притаился в этих кустах строчок. Ух, его еще отсюда достать бы. Ух, хорош. Хорош. Конечно, в конце мая, вернее, во второй половине мая, бывает, конечно, больше намного экземпляров, но я довольствуюсь тем, что мне дает природа. Классно в лесу. Вы даже не представляете, как хорошо. Лес у нас уже вовсю расцвел. Смотрите уже, какая трава подросла. Вот, это мы еще находимся в таком сосновом лесу. Здесь травы всегда меньше. Вот, и смотрите-ка. Есть еще? Есть еще. Да хорошенький-то какой. Строчок. Так, рядом. Рядом я еще его видел, смотрите-ка. И даже еще небольших размеров. Удивляет то, что во второй половине мая они еще попадаются даже небольшие. Вот. Ну, не факт, что он вырос бы, конечно. Вот. Все-таки природа свое берет, уже вторая половина мая, но грибы есть. Вот такая дорожка лесная. И смотрите, растут прямо у дороги строчки. Да еще такие хорошенькие. На днях я ходил в лес, такое ощущение, что они уже сходили, какие-то черные были, уже засушливые. А тут то ли дождь реанимировал молодых, то ли еще что. Ох, сейчас его достать. Да, хороший строчок. Конечно, размеры еще не такие, какие бывают, но неплохой. Продолжаем с вами гулять. Смотрите, какой стоит, а? Такой вытянутый. Вот он-то.
до сих пор растут наши строчки. И что мне нравится в этом лесу, их особо и чистить-то не надо. Потому что если, например, вы собираете их в каком-то березовом лесу, где недалеко вода, грязь, очищать их будет очень и очень непросто. А тут практически уже готовенький. Смотрите, как лес преобразился. Посмотрите, какая трава отросла. Вот так вот резко, хоть и холодный у нас май, природа берет свое. Красота. Строчков уже не так много осталось, но свое собрали на жареху. А природа действительно, посмотрите, как она резко проснулась. Сказка просто. Ну что, вот и подошел к концу мой сегодняшний грибной день. Смотрите, как природа преобразилась. Все расцвело. Деревья, трава как уже полезла, посмотрите. Как все резко изменилось. Ну и, соответственно, конечно, подходит конец и строчкам нашим. Сегодня у меня скромно. Вот такой вот я смог собрать урожайчик. Вот, но тем не менее, да, последние строчки у нас. Уже нет таких больших полян, как раньше. Но смотрите, что-то да можно найти. Вот они. Поэтому те, кто еще хотят попробовать их пожарить, советую поспешить, потому что думаю, что уже через пару дней, максимум дней через 5, их не будет. Вот они, смотрите, какие. Уже видите, почернелость присутствует на некоторых экземплярах, но в целом хорошие я собрал. Грибочки немного, но зато грибочки. Вот, надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами заканчиваем сбор весенних грибов. И будем скоро ожидать уже и первые благородные грибочки. И многие-многие другие. Всем пока. До скорой встречи.